Автор – Гульшат Сатмолдаева. Категория «Финансы». Автору блога – председателю Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан Тенгебаеву. Уважаемый председатель, с введением новых изменений в Налоговый кодекс КСК по управлению общим имуществом объекта кондоминиума освобождаются от налога на добавленную стоимость оборотов и услуг. Нашим домом управляет потребительский кооператив собственников квартир. Будет ли он освобожден от уплаты НДС? В наших домах кондоминиум не зарегистрирован ввиду определенных обстоятельств. Добрый день. В соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 394 Кодекса Республики Казахстан о налогах и других обязательных платежах в бюджет освобождаются от НДС обороты и услуги в рамках деятельности кооператива собственников помещений по управлению общим имуществом объекта кондоминиума. Согласно подпункту 11 статьи 2 Закона Республики Казахстан о жилищных отношениях, кондоминиум – это форма собственности на недвижимость, при которой помещения находятся в индивидуальной собственности граждан, юридических лиц государства, а общее имущество принадлежит им на праве общей долевой собственности. На основании вышеизложенного, услуги по управлению общим имуществом объекта кондоминиума, оказываемые исключительно кооперативами собственников помещений, освобождаются от НДС. Согласно статье 394 Налогового кодекса, освобождается от НДС услуги КСК по управлению имуществом кондоминиума, которые они осуществляют в соответствии с законодательством о жилищных отношениях. В соответствии с законом о жилищных отношениях, КСК – это некоммерческая организация, которая создается собственниками помещений, квартир, для совместного управления имуществом объекта кондоминиума. Таким образом, услуги по управлению имуществом объекта кондоминиума, которые оказывают КСК, освобождаются от НДС. При этом для применения данного освобождения от НДС специальная регистрация не предусмотрена.